Всем привет! Привет! Вы на канале «Лето для вас». Сейчас мы находимся на дамбе Хондан. Это одно из самых крупных сооружений в Таиланде. Сейчас мы находимся возле дамбы Хондан. Здесь такие красивые виды, вообще такие просторы. Дамбу построили не так давно. Почему ее построили? Потому что постоянно топило участки с рисом, ну, поля топило. И крестьяне обратились к королю Рами IX, чтобы как-то защитить поля свои. И он со временем построил эту дамбу на свои деньги. Ну, денег тут, конечно, много вложили. И сейчас не топят эти поля, не затапливают их. Люди спокойно обрабатывают и радуются. Вот. Такая вот дамба, уровень. Вот там желтая полоса. Желтая полоса. Вот как вода дойдет до этой желтой полосы, вот это все затопит, то вон те шлюзы переливают воду тогда уже в реку туда. Сейчас с той стороны посмотрим, что там за река. Ну, а здесь вот так это все заполняется водой. Очень красиво. Горы и водоем такой большой. Ну, здесь все красиво. Вот идем по такой аллее. Здесь такая аллея, красивая дорога, все пострижено тоже. И какой-то даже монумент, сейчас посмотрим, дойдем до него, что тут изображено. Ну, что-то связано с дамбой, наверное, со строительством дамбы. Все по-тайски написано. Вот. Там тоже вверху дорога, по которой мы ехали, она такая извилистая. Все камнем сделано, красиво. Деревья такие красивые, лавочки, здесь люди сидят, отдыхают. Кстати, сюда на электрокарах можно подъезжать, там надо брать электрокар, чтобы пешком не ходить. Сейчас мы пойдем на саму дамбу, прямо туда зайдем, прямо вот где она построена, на реке стоит. Туда можно зайти, посмотрим и в ту сторону, что за дамбой находится. Очень интересно мне там, как они тут реку перегородили. Раньше это была обычная речка, река, ну, которая разливалась, видать, когда были дожди. Сейчас дождей немного, поэтому воды не так много. Вот. Это вот знаменитая дамба. Вообще в Таиланде не так много дамб. Это вот одна из них. Вот сам король изображен, Рама IX. Вот этот монумент, который там стоял, он сверху стоит. Он фотографировал, любил фотографировать. Вот его дамба. Вот она, на которую мы сейчас идем, мы вот здесь идем. Вот здесь мы сейчас стоим. И сейчас пойдем туда наверх. Ну, конечно, это за строительное сооружение очень примечательное в Таиланде. Как я говорю, их очень мало в Таиланде дамб. Ну, у них не строят такие большие сооружения. А это одно из них. Вот. Сейчас мы уже прям вступаем на саму дамбу. Ну, а здесь вот такой подъем, гора, вот эта извилистая дорога, по которой мы ехали сюда. Так, а вот эта сторона, здесь река, куда уже сбрасывают воду. Вот она тут такая вот небольшая, кажется. И вообще ниже уровнем, намного ниже. Вот сама стена такая ребристая, по которой вода как по ступеням стекает. Почему ребристая? Ну, потому что, чтобы скорость тормозить воды. Вот. А с этой стороны выше уровень.
Вот здесь такая вот, такое как озеро большое образовалось. Тут вот буйки стоят, что сюда заплывать нельзя, потому что там вот лодки, можно плавать здесь, все. Мы сейчас поплывем по речке, туда вверх. Вверх поплывем, вон там лодки сядем и поплывем выше по течению. Неплохо тут бетона залили. А здесь даже вот уже дома построены. Я представляю, если дамба не выдержит и лопнет, все эти дома снесет, затопит моментально. Тут сделана вот такая вот парковка, дорога. И вот вода видно. Какая-то часть воды вон стекает, видно, сделана. И река уходит вот туда, вглубь, вон там мостик белый. Ну все, а на этом всем пока. С вами было «Лето для вас». Мы были на дамбе. И встретимся в других сериях с вами. Всем пока.